Всем привет! Сегодня я буду вести борьбу с желтыми пятнами на белых вещах. И для этого у меня есть вот такое японское средство для мытья посуды. Аэрозоль очень хорошо помогает в этой борьбе. Я, в общем-то, их готовила уже выбрасывать, потому что борьба с этими пятнами мной проиграна. Единственное средство, которое я нашла. Это все надо смешивать. Ну, конечно, этим надо заниматься. Намного удобнее это средство. Пятна, которые образовались на разных отрезках времени. Но проверять я и буду одинаково. Побрызгаю и узнаю, что и как. Значит, средством пользоваться очень просто. Я беру, открываю это средство и начинаю распрыскивать с изнаночной стороны на этот участок, где все испачкано. Ничего сложного не будет. Брызгаю я с двух сторон, так как с двух сторон обычно испачкано. Средство пахнет, ну, мне кажется, немножко хлоркой. Так, мне кажется, что запах хлорки есть. Вот. Пятна должны исчезать на глазах. Вот, так как две подмышки, я набрызгала их с разных сторон, и я отложу эту вещь. Очень интересно, застарелые пятна, она тоже сможет вывести эту жидкость? Потому что, конечно, это в виде эксперимента, но мне очень интересно. Вот так я наложу. И сейчас побрызгаю с этой стороны. Вот так распыляю точечно. Вот я сейчас все пропитаю этой жидкостью. И дальше я буду смотреть. Вот так я тоже ее оставлю здесь. И еще у меня есть две розовые футболки. Они Значит, вывод какой? Краситель съедается моментально. Это средство можно наносить только на чистые белые вещи. Ну, вот смотрите, видите, вот это белое пятно, это я побрызгала. А пошел какой-то голубой оттенок в разные стороны, не знаю, что это такое. Все буду выяснять после стирки. Главное, что отошло пятно от пота. Вот желтые пятна, видите? Вот я сейчас его побрызгаю, и оно будет отходить на глазах. Посмотрим, что, как она будет выглядеть потом. Отстиралось все. Посмотрите. Совершенно белый цвет. Вот там рисунок. Ничего не испортилось. Я уже посмотрела. Вот. Так что на белые вещи это очень хорошо работает. Сейчас я... Ой. Белая футболка, которая пошла голубыми разводами. Я не знаю, что это были за разводы, но она отстиралась идеально. Вот, идеально отстиралась футболка. Она была голубыми разводами, и ничего на ней не осталось. То есть подмышки совершенно чистые. И тоже она чисто белая. А вот на этом месте это пятно, которое никто не знает его происхождения. Я не буду ничего делать. Хотя можно попробовать тоже этим средством. Сейчас вот на это пятно я брызну. И посмотрим, как пятно будет удаляться или нет. Главное, чтобы на ту сторону мне не перешло ничего. Сейчас идет уменьшение, кстати, пятна. Так, оно съедается не сильно, но уже стало намного бледнее. Пока этого не видно на камеру. Но пятно стало меньше, не фокусируется. Вот, видите, оно разъедается. Сейчас я еще брызну, оно становится меньше. Вот так. Ну что же, смотрите, пятно съедается. Сейчас я еще брызну это жидкостью. Я надеюсь, что второй раз я приду, и пятна уже не будет. Ну вот и смотрите, я не знаю, как оно исчезло, но третий раз, когда я побрызгала, все исчезло, пятна больше нет. Видите, да? Совсем чисто, все в том же месте, нет никакого пятна. Средство очень хорошее, но оно с
хлорка, я так понимаю, и для посуды, оказывается. Ну, шок. Пульверизатор, вот. Вот такое средство.